Фармадол. Забудь про головний біль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Центр дослідження корупції та організованої злочинності опублікував розслідування. І згідно цього розслідування, лобійська група Міжнародне агентство актуальної політики, це така російська група, фінансується Росією, як мінімум з 2016 року працювала з європейськими політиками, щоб домогтися скасування санкцій Євросоюзу щодо Росії після анексії Криму. І там багато цікавого. Звісно, все це будувалося на електронному листуванні такого медіарадника, який співпрацював і, мабуть, співпрацює з різними депутатами Російської Держдуми. Звати його Саргіс Мірзаханян. Він, значить, сформував групу аналітиків, журналістів та політтехнологів, які просували інтереси Кремля за кордоном. Серед іншого треба зазначити, що росіяни платили ультраправим активістам за публікацію прокремлівських статей європейських медіа, але, мені здається, найцікавіше це те, яким чином вони підкупали європейських політиків. І тут дуже велика така палітра, йдеться про політиків і з Німеччини, і з Італії, і з Франції, і з Словаччини, Чехії, Швеції і так далі. От ви, можливо, про це не знали, але от такі італійські регіони, Лігурія, Ломбардія, Венето, вони взагалі-то прийняли резолюції щодо того, що Крим є частиною Росії. Більше про це ми зараз поговоримо з однією з авторок цього розслідування. З нами на зв'язку Тетяна Ткаченко, журналістка-розслідувач. Тетяна, здравствуйте, приветствую вас в ефірі. Да, здравствуйте. Я хочу, конечно, начать. Я так понимаю, что вы занимались кипрской частью расследования, но хочу начать все-таки с этого Саргиса Мирзаханяна. Да? В статье его называют по-разному в расследовании. Он тут и медиасоветник, и медиаконсультант. А это какая-то влиятельная фигура. Что нужно о нем знать? Вы знаете, он попал в поле зрения, во всяком случае, украинской прессы. Он попал в 2000... Ой, скажите мне, пожалуйста, в 2000, по-моему, утечка была 20-го. Может быть, в 17-м году. Это шла речь о мероприятии по Украине. И, может быть, ну, у вас в украинской СМИ были статьи на эту тему. И он там так... пунктирно проходил, а о нем упоминание, что он связан с чиновником из администрации президента Орегом, господи, фамилия выпала из головы, который работал на Суркова. Угу. Вот. И тогда впервые, вот опять же пунктирно, его фамилия засветилась. Потом были следующие расследования. Саргис по образованию, он дипломат. Он закончил дипломатическую академию, закончил дипломатическую академию и работал помощником депутата Госдумы, еще представителем, так, я забыла, как называется этот орган, общественный орган. Затем он... Так, и он организовал вот эту, как, так называемую, агентство исследований, медиа-исследований. Поэтому он себя, и его так называли, он так себя позиционировал, что он и политтехнолог, и чиновник. Но больше за ним закрепилось, я думаю, вот из-за их, этой команды Мирзаханяна, работы с медиа, со СМИ, за ним закрепилось больше... политтехнолог, название политтехнолог. Я нашел, он работал с Олегом Царевым, вот такой украинский Царёв депутат был, очень, да, сейчас он уже давно довольно находится в России, и, конечно же, призывает, чтобы ядерные удары по территории Украины наносили, ну, в общем, это очень специфический персонаж, да. Здесь его очень ждут, чтобы он вернулся, чтобы наконец-то его судили. Хорошо, давайте тогда поговорим о том, как подкупали, ну, по крайней мере, да, мы можем говорить о том, что такие подозрения могут быть о том, как подкупали европейских политиков. Какие основные использовали рычаги для того, чтобы, ну, европейские политики принимали те решения, которые выгодны Кремлю, или как минимум двигались в эту сторону? Что вы можете рассказать? Я могу рассказать, что
Задействовано было множество политиков. Вот я просто приведу пример конкретно по Кипру. Почему Кипр любопытен? Потому что когда работала группа Мирзоканяна, работала с политиками Италии, Германии, Австрии, они работали, то есть непосредственно с политиками. Кстати, там были посредники в виде Пискорского, вы должны его знать, и его жены Клебанович. То на Кипре они работали через русских своих коллег, так скажем. Мирзоханян был одноклассником нашего русского, ну, русско-кипрского бизнесмена, вот, и они действовали через них, то есть русско-кипрского происхождения, российское, потом уже с кипрским гражданством происхождения люди, они вот занимались продвижением этой повестки. Вот резолюция была отослана сначала, то есть она была сначала подготовлена в этой группой в Москве, затем она отсылалась депутатам через своих доверенных лиц. После этого эту резолюцию как-то не сильно, не очень сильно ее редактировали, и после этого уже закидывали в парламент. Вот у нас было так. У нас, когда председатель, я имею в виду на Кипре, когда председатель партии, генеральный секретарь партии Акел, которая стояла за внесением этой резолюции в парламент, когда он... Когда мы его спрашивали на эту тему, он сказал: я не знал, что она готовилась в Москве. Это мой секретариат готовил. Вот, поэтому все происходило довольно, как бы, довольно, можно сказать, просто. То есть давали черновик, его немножко подретушировали и вносили в парламент. Ну, фактически там речь шла о том, и я сейчас процитирую как раз расследование, которое было опубликовано, что, значит, ну, кипрские парламентарии или кипрским парламентариям хотели доказать, что те санкции, которые были введены против России, это еще в 2014 году, да, после аннексии Крыма, после вторжения на Донбасс, что они фундаментально противоречат нормам международного права и, разумеется, наносят чрезвычайный экономический ущерб Кипру. А что дальше было с этими резолюциями? Были ли они приняты? Были ли ослаблены санкции? Фактически, сработал ли этот план Кремля на Кипре? Нет, он не сработал. Этот план на Кипре не сработал. Этот план не сработал и в Италии, потому что три региональных парламента приняли резолюцию, но дальше ну, то есть это региональный парламент, это не основной парламент страны, поэтому оно так подвисло, это решение. И у нас тоже она резолюция принята, ну вот принята резолюция, потому что резолюция это не, ну, не закон, ничего. Вот, но выступили, у нас проголосовали, ну, коммунистическая партия в полном составе и еще одна партия. Вот, и дальше никуда это не пошло. То есть скорее, но с другой стороны, смотрите, во-первых, можно было написать очень много заметок на эту тему, что по Италии, что по Кипру, много статей вышло, сюжетов. То есть по большому счету уже, что там дальше с этой резолюцией, если есть медийный шум, как они пишут, бомба, инфоброс, вот, то уже как бы, наверное, и особо и не важно. Плюс еще после этого все участники были приглашены на Ялтинский форум. Это, знаете, как бонус какой-то, выглядело как бонус. На Ялтинские форумы многие из участников были приглашены наблюдателями, затем на выборы. Вот, так что вот такая судьба этого решения. Ну, я понимаю, то есть фактически, простите, я должен переспросить, то есть фактически задача была, ну, не в том, чтобы на вот с помощью этих денег, а там небольшие суммы, я даже удивился, там совсем небольшие суммы фигурируют, да, за которые вот должны были те или определенные политики, вот эти резолюции, подавать их в парламент, и даже если они, эти резолюции были проголосованы, там тоже не очень большие суммы, там что-то до 10 тысяч евро, если я не ошибаюсь, ну, то есть фактически такими очень маленькими бюджетами оперировали. Но если я правильно понял,
Задача была в том, чтобы дальше медиа вот этой страны, скажем, Италии или Кипра или Германии, да, они начали писать, что смотрите, ну вот, санкции против России нужно отменять, смотрите, вот резолюция такая принята, или, скажем, если говорить про Италию, предположим, в Лигурии, видите, местный парламент Лигурии считает, что Крым — это Россия. И дальше уже это несется само по себе, и тут уже неважно, какими будут последствия. Правильно ли я понял? Именно так, именно так, именно правильно, потому что, смотрите, вот этот вот медийный выхлоп, он был огромный. Если вы введете поиск, даже на русском языке, и на английском, и на итальянском, на немецком, вы увидите очень много статей на эту тему, потому что это действительно, ну тогда это было жарко. Смотрите, это был 2016 год, да, весна 2016 года, Кипр был июль. Вот, то есть уже после аннексии прошло 2 года, и это была такая картинка создана, опять же, прошли форумы ялтинские, картинка была такая, показывала картинка, что вот вы посмотрите, как Европа, в общем-то, признает, потому что задача была признать в Европе аннексию Крыма. Вот, поэтому, да, была такая задача. Но оно, как это видится из документа. Понятно. Ну вот хотел немножко тоже расспросить у вас больше про этот Ялтинский международный экономический форум. А в чем его суть была? Ну то есть он проходил, опять же, вот вижу, да, ежегодно с 16 по 19 год. Туда как раз приглашали этих политиков. Там прописана, ну, такая система гонораров. Не совсем понятно за что. А в чем суть этого форума была? Опять же, правильно ли я понимаю, что задача была, ну, просто легитимизировать его, то есть фактически вы приезжаете в аннексированный Крым, означает, что вы его признаете? Во-первых, то, что вы приезжаете в аннексированный Крым из страны, особенно Евросоюза, из стран, которые наложили санкции, это первая задача. Вторая, там было, вот если вы посмотрите программу повнимательнее, то там все время было, помимо, ну, там, экскурсии, собственно, присутствие какого-либо политика или чиновника европейского на форуме, там еще была такой пункт, проходило очень много круглых столов по бизнесу. Потому что, например, был бизнес, скорее всего, на форуме это обсуждалось, был бизнес придуман, если можно так сказать, с итальянской командой. Например, их даже возили на вертолете, они летали в такую, она называется итальянская деревня, вот, и это было такое совместное предприятие между местными, планировали сделать совместное предприятие между местными и итальянскими бизнесменами. То есть там еще помимо политической составляющей, там еще коммерческое присутствовало. То есть они хотели какой-то бизнес, потому что из-за санкций очень трудно было ввести некоторые вещи. И даже, я уже нашла это видео просто в открытом доступе, Назаров, который «Деловая Россия», он, например, просто открытым текстом говорил в сюжете, после визита итальянской делегации на Крым, это не в рамках форума, это, по-моему, они отдельно, когда приезжали осенью, он сказал, что мы с итальянцами нашли путь, как обходить санкции, через какие страны. То есть и прямо выкладывает на голубом глазу, что они будут регистрировать компании в Швейцарии, и после этого уже через Швейцарию чем-то торговать. То есть там были бизнес-интересы. А то, что касается гонораров, которые против них указаны, этот документ называется «Смета», и там это вот эти цифры, которые указаны, они называются «Медиасопровождение». То есть приезжает вот этот гость на форум, в Крым приезжает, за ним бегают журналисты, он им отвечает, после этого он получает гонорар, ну, журналисты печатают или публикуют свои материалы. А вот как можно охарактеризовать этих политиков? Это какие-то маргинальные политики? Или это, скажем, политики, ну вот традиционно считается, что Кремль хорошо взаимодействует с ультраправыми, ультралевыми, ну то есть с радикалами. Опять же, есть табличка, которая была опубликована как раз в этом расследовании, и там можно увидеть, что, ну тут вот я по пару имен назову, да, вот, например, такая была Барбара Розенкранц, вот она не ведет больше политическую деятельность. А вот, например, есть такой акт
Аксель Кассегер, да, член Национального совета Австрии от партии АПС, он по-прежнему в этом совете состоит. Что это за политики? Как можно, ну, как бы объяснить, что они готовы там, ну, за сумму, ну, давайте честно, 5, ну, даже 10 тысяч евро готовы рисковать своей репутацией и ездить в аннексированный Крым? Вы знаете, мы задаем вопрос, как люди с другой стороны. Потому что, например, нам же не удалось доказать, что им платили больше. Ну, то есть у нас нет доказательств этого. Поэтому как бы все равно все наши рассуждения такие немножко гипотетические. Я приведу пример политика кипрского. Это уважаемый генеральный секретарь, который множество лет на посту пробыл, председатель ИКЭЛ. В прошлом году, как раз в 2021 году он ушел, он ушел со своего поста, но вот долгие годы он был другом России, и он был левый. И в нашем интервью, как раз мы с ним разговаривали, он сказал, что он перестал ездить на Ялтинский форум, потому что обнаружил там крайне правых политиков, крайне правых из Европы. И, в общем, короче, ему крайне левому это не понравилось. Вот. Что касается других политиков, я думаю, что они подбирались. Алло? Да-да-да, слышим вас, конечно, конечно. Да-да-да. То они подбирались по принципу... Они подбирались по принципу знакомства. Вот где-то кто-то с кем-то был связан. Допустим, очень большую роль приложил Пискорский, который собирал команду на первом этапе. Такой Роберт Сельц тоже таким посредником был. То есть... Эти политики, они не выходили с инициативы, их находили, и те, кто соглашался участвовать в этом, вот они и участвовали. Тут еще интересный момент, и вы уже это упоминали, что часть этих политиков приглашали как наблюдателей на российские выборы. Ну, кажется, уже ни у кого нет никаких иллюзий по поводу того, как проводились российские выборы. Ну, там какие-то, я уже не помню, Путин показывает результаты, 80-90%. Зависит от региона. Тем не менее. А вот это тоже был способ подкупа? Как это работало, на ваш взгляд? Я уверена, что это был способ подкупа, потому что... Во-первых, люди приезжали в поездку там, на 3 дня, то есть не один день выборов, наблюдатели так называемые. Вот, они жили в хороших номерах, они там... Это небольшая работа, там, сходить один раз на участок. Вот, я думаю, что там им хорошо за это оплачивали, да, потому что наблюдателей нужно было обязательно предъявить миру. Наш генеральный секретарь Кипра... В 2021 году, в сентябре, как раз был таким наблюдателем. Вот, и он, там нужно, от них требовалось, по большому счету, можно было ни на какие участки не ходить. От них требовалось сделать небольшое заявление в СМИ, которое говорило бы, что выборы, которые, кстати, одни из самых скандальных последние были в 2021 году в Думу, которая потом принимала решение о вторжении в Украину, просто это решение, что... Мы посмотрели на эти выборы, все хорошо, все замечательно, какое прекрасное электронное голосование, как нету никаких, абсолютно никаких нарушений, хотя нарушений было множество, когда на пеньках и так далее голосовали. То есть оттребовалось только заявление. Поэтому тут мы не знаем, опять же, мы не знаем, сколько им конкретно за наблюдение платили. Вот наш товарищ ездил... Товарищ коммунист ездил, но он говорит, что вот он его приглашали, ему было приятно. Вот так они говорят. Да, ясно. То есть фактически находили политиков в Европе, которые готовы были коррумпироваться, готовы были быстро заработать хорошую сумму денег, и, ну, разумеется, это использовали. И плюс дальше, опять мы понимаем, как это, опять же, использовала российская пропаганда. Дальше она показывала, смотрите, к нам из Италии, там, из Австрии, из Германии, Чехии и так далее. Вот приехали политики, все они нас поддерживают, все они, значит, одобряют наш курс, аннексию Крыма и так далее. Хочу еще немножко про Кипр расспросить. Ну и в расследовании тоже упоминается так называемая русская партия, да? А вот да. К ней толерантно относятся? Какую роль она играет на Кипре? К
когда это начиналось, имеется в виду процесс ее регистрации, вхождения в такое публичное поле, было очень много интереса сначала, потом было очень много сомнений, когда партийцы, партия называется «Я гражданин», это «Я гражданин Кипра» подразумевалось, но партию все называли русской, потому что она была основана россиянином и белорусом. И еще девушка в самом начале была украинка в партии, полицовете. Но эта партия просуществовала до осени 21 года. Кроме скандалов от этой партии ничего не слышали. Некоторые киприоты с удивлением узнали, что у них на Кипре была русская партия, потому что она не участвовала ни в одних выборах. То есть это такой проект, действительно мы долго искали. Все-таки как-то связана администрация президента России, связаны российские власти с креативом и с созданием этой партии. И вот, собственно, в этих письмах нашлось подтверждение, что были разговоры с депутатами Госдумы до того, как создать партию. Были встречи с другими политиками, которые якобы давали добро на создание партии. То есть вот из таких разрозненных фактов, да, все-таки получилось, что мы только могли предполагать, что за созданием партии стояли в администрации президента, но сейчас, в общем-то, можно сказать, что мы получили доказательства. Но вот, к сожалению, партия скоропостижно скончалась, и, я говорю, больше была скандальной, чем популярной. Хорошо, мы понимаем, что происходит сейчас. В 2022 году мы увидели большое вторжение России в Украину, широкомасштабную войну. Она затронула фактически весь мир, точно затронула Европу, точно затронула Кипр. Можем ли мы утверждать, что сейчас Россия будет использовать те же самые методы? То есть, знаете, уже есть отработанный механизм, есть уже отработанные шаблоны, и что вот подобным же образом Россия надеется и дальше действовать через разных таких маргинальных политиков. Как вы считаете? Я честно вам видите, скажу, видите ли вы что-то подобное на Кипре вот сейчас? Мы же понимаем, что Кипр в том числе страдает от того, что сейчас Россия под санкциями, учитывая все-таки большие капиталовложения со стороны российских бизнесменов, российского бизнеса на Кипр. Все-таки, что касается санкций на министра иностранных дел Кипра, еще до введения, например, запрета на заход российских военных судов в порты Кипра, он наложил запрет 1 марта, а санкции были введены, общеевропейские были введены в апреле. То есть это такой шаг, который... То есть Кипр с самого начала запретил полеты между Россией и Кипром. Это тоже был такой шаг в сторону Украины. Хотя на самом деле вот по настроениям Кипр похож на 50 на 50, разделенный на 50 на 50. Когда половина одобряет действия России, половина, конечно, критически против. Вот я не могу сказать по политикам, все-таки у нас здесь, вот вы спросили, будет ли она действовать так же. Сейчас невозможно действовать так же, невозможно, чтобы кто-то поехал в Россию. Сейчас действуют, сейчас, мне кажется, эти все усилия, они направлены на активистов вот этой мягкой силы, активистов русского влияния, русского мира, которые проводят здесь. У нас были Z-шествия, у нас разворачивали крупнейший флаг, не знаю, сколько метров. Ну, то есть ощущение, что сейчас действуют таким образом, через организации, которые входят в Координационные советы российских соотечественников, и вот они под разными предлогами, на День России, на 9 мая, конечно же, еще под какими-то поводами, они собираются на свои мероприятия и таким образом доносят правду. Там у них лозунги, например, на очень многих наших на их мероприятия, которые они проводят, лозунги «Россия за мир», и так далее. Да-да, мы понимаем, о какой правде идет речь. Татьяна, спасибо вам большое за этот разговор. Татьяна Ткаченко, журналистка «Розслідувач», была с нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.